В Окуловском музее вот такая вот прекрасная экспозиция. Наталья Васильевна, как директор, всегда приглашает всех в музей имени Николая Николаевича Миклухо-Маклая, в котором бесценные экспонаты. Это действительно так, потому что предметы материальной культуры, которые здесь хранятся, это на зависть очень многим музеям. Но не только. Здесь есть и фотографии о современных экспедициях. И даже, я смотрю, вот она, историческая футболка одной из экспедиций наших. И даже древо Миклухо-Маклая, и даже микроскоп моего дедушки, и даже родственники нашей всей семьи, и наши друзья из Папуа Новой Гвинеи, все это представлено в прекраснейшем Окуловском музее, который я очень рекомендую посетить. Ваш Миклухо-Маклая.